Путь к здоровью зимой проходит через вакцинацию летом. В поликлиниках региона стартовала прививочная кампания. С каждым годом людей, которые решают подстраховаться от гриппа на год вперед, становится все больше. В первой взрослой поликлинике прививают уже вторую неделю. Направление на вакцинацию дает терапевт или инфекционист. У нас, поскольку терапевты работают с 8 утра до 8 вечера, то есть если человек приходит на прививку, ему не обязательно даже подстраиваться под режим работы своего участкового врача. Он приходит, его осматривают, дают направление в прививочный кабинет, и он может привиться. В прошлый эпидсезон привили более 40% жителей Ивановской области. От гриппа умер один человек. Он был не привит и поздно обратился к врачам. По отношению к 2010 году летальность в регионе снизилась в 20 раз. Сегодня прививочная кампания проводится вакциной «Совигрипп». Это отечественная вакцина. Она хорошо себя зарекомендовала по эпидсезону гриппа 2017-го, начала 2018 года. Это отечественная вакцина, она содержит штаммы вируса гриппа А, сезонного, свиного и гриппа Б. Всего в регион поступит более 400 тысяч доз вакцин. В первую очередь посетить прививочный кабинет медики советуют пожилым людям, врачам и учителям, призывникам, студентам и школьникам. Единственное противопоказание – это непереносимость куриного белка, потому что в состав этой вакцины входит куриный белок. Есть временные противопоказания – это наличие острого какого-то заболевания у человека, подъем температуры, какие-то катаральные явления или обострение хронических заболеваний. После того, как эти явления проходят, человек может спокойно прививаться. Иммунитет держится от 9 до 12 месяцев, то есть практически год, а формироваться иммунитет начинает через 2-4 недели после вакцинации. Отметим, что вакцинация не гарантирует стопроцентной защиты от гриппа. Однако заболевание, как правило, протекает значительно легче, без осложнений. Всем, кто желает привиться, сделать это нужно до ноября. Елена Белова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.